Этот скромный с виду молодой человек по имени Александр накануне оказался инициатором угона. Об этом он без особого стеснения рассказывает на камеру. История проста. Трое парней и девушка выпивали. Потом решили отправиться в соседнюю деревню к знакомой. Вызвали такси. На выезде из города в районе Красного профинтерна Александр, сидевший рядом с водителем, решил, дальше они поедут сами. Все, ему сказал вылезай, то есть, ну, не знаю, что ему, просто пьяного голову выпрыгнуло. И он вылез? Да, да. А потом побежал вроде как, нет? Да, побежал. И ты за ним? Ну да, да, ключи там бросил. Догонять шофера приятели не стали. Ключи, выброшенные в снег, так и не нашли. Зато забрали панель автомагнитолы, фонарик и несколько сотен рублей. Путь продолжили на рейсовом автобусе. В Некрасовском районе сотрудники ГИБДД по приметам задержали данных граждан, впоследствии которые были доставлены к нам в Ярославский МВД России. Александр говорит, что сожалеет о своем поступке и винит во всем зеленого змея. Сейчас следствие заканчивает свою работу. Главному нарушителю Александру Горелову светит условное наказание. Остальных, скорее всего, отпустят. Александр Лисицын, Георгий Иванов. День в событиях.